Всем привет, дорогие друзья, с вами Орал ТВ, и сегодня мы продолжаем играть. Продолжаем играть в игру под названием Metro Exodus. В прошлой... Да чего, князя жалко. Серии, да, вот про князя тут говорят, вот это вот. Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать. Да, про князя я помню. Короче, так, в прошлой серии у нас погиб князь, зато мы прорвались, блядь. Бля, молодец вообще, конечно, Крес. Я его реально уважаю. Но, блядь, жалко, конечно, этот, как его, князя. Только рубка-то где у нас? Вот в чем проблема. У нас тут вагон-то вагон, а рубка вот где? Влево или вправо надо идти? Наверное, короче, он туда надо идти. Вот где, короче, Крес стоит. Там рубка, я уверен. Где этот ТТшник, блядь? А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился? Как короче слово? Чё, тоже покурить вышел? Это дело. Чё, давай-ка курнём, блядь, в конце-то концов. Сука, газета, блядь. Пробирает курево, пробирает. Давай сейчас заебись, у тебя сигареты, блядь, самокрутки. Ну ничего, продышимся. Сука, блядь, сигареты прям пиздец крутые у тебя, я тебе отвечаю, мужик. Кури, кури, блядь, не закуривайся. Полковник, бля, князь. По душам поговорить можно, так за сигареткой-то, бля, в натуре. Орел? Боевой. Давай пацан. Еще курнем-то, бля, в конце-то концов. Выкурится, блядь, все. Ну так, я что сказать хотел? Спасибо, в общем. Да вообще нормально, мужик, мы что? Приняли. Ну и я... Простой я человек. Да ладно, что, устроили тебя в конце. Главное не курить, блядь. А мы тут курим, блядь, больше, чем я парю, нахуй, на 300 ватах, блядь. На вейпе. Они тут наяривают на туре, блядь, кальян целый. Оно, конечно, бурьяны да развальны, но глядишь, найдем и что получше, а? Да, блядь, уверен я, короче, все, сигаретку закурил, блядь, все, пока давай. Мне надо идти, блядь, в конце-то концов. Че я тут закурился, блядь? Хотя, вы же, я как понял, к начальству намыли. Да. Ну, ты не серчай, братка, ну, вот разъясни мне. Так, блядь, погоди, я сука, где это вообще начальство-то, блядь? Я к тебе вышел покурить, я думаю, оно там есть, блядь. Погоди, надо туда идти, блядь. Погоди, стоп, верстак, ты сказал, где-то верстак? Ну, братцы, помянем. Да вообще помянем в натуре. Хотя он не сдох, а так-то, он у него тебя его задело. В рубке ждет. Да я понял, я, сука, да курил, ладно, блин. Вам его хоронить. Это же князь. Ну да, кстати, он в натуре, он так-то не умер, он его просто повредили, как бы. Да, рубка здесь, в другой стороне находится. Я покурить, блядь, выше называется. Ладно. Артём, иди сюда. Давай. Ругать не будешь, надеюсь. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Отлично. Ковчег, ответьте, прием. Отлично, о, слышу сигнал. Это Ковчег, назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников. А, это запись. Командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите, прием. Какая печка нормальная. Жопу можно вот так поставить, реально погреть. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Какой-то неуверенный немного. Да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. А нахуй мы это слушаем, чувак? Ты меня что, проверять, что ли, пришел? То, что ты поболтал, ему, у меня профы говоришь. Да я и так по тебе видно, что ты попиздел, все нормально. Простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дрянет. Ну да, конечно, враг не дрянет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Да, все нормально. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение, ну это немного. Отделение? Да. Вас понял. Ну что ж, это отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К6... Что-то он так мутит, что-то, блядь, что-то неуверенно говорит, что-то он, блядь, замыслил. Он еще такое отделение.
Да, как будто, блядь, хочет нас поставить здесь какую-то. Какой-то странный у него голос вообще, пиздец. Мне что-то доверия какого-то нет, блядь, пиздец, реально. Не доверяю этому мужику. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. По-человечески. Все в порядке, не волнуйтесь. И до встречи на ковчеге. Конец связи. Ладно, надеюсь, он не пиздит, все нормально. Конец связи. Все, давай. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А чё? Я как бы и так верил-то. Только сам министр. Да ясен кер-то, блядь. Но у нас спецназ тоже так бы, не просто говно какое-то. Да-да-да, давай погляди на карту. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Катерина и Квест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Я уверен, все кроме Москвы нормально здесь. Нам. Там было много приоритетных целей. Ага, вот мы, короче, мост проехали, что точка, вижу, да, все. Спокойное плавание до самого порта. Заебумба. По расстоянию вроде и недалеко, но от состояния путей все зависит. Я тоже так думаю. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, если хоть доползем, то это будет уже хорошо. Ну, Ермак, так о чем мы там? О чем мы там, да. Про то, что цель превыше всего. А, да. Так вот, не надо. Попривыкали. Правильная цель оправдывает средства. От меня-то что требуют? Чего меня сюда пригласили-то, блядь? Пиздеть, что ли? Чтобы я на это смотрел все? Говорить по делу-то, вот блядь. Именно поэтому. Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались. Но теперь правительство, понимаете? Правительство! Охуеть, блядь! Ну, правительство, ёбаное! Как-то вы несерьезно к этому относитесь. Не ожидал. Тем более после того, что вы только что услышали. Да и чё, ну и чё, правительство, блядь. Ну чё? Да, ну, допустим, правительство. Ну и что? Сколько лет друг без Ну, я точно так же отношусь, как и Ермак, в принципе. Мне как-то насрать. Да, вот тут-то собака и зарыта, ведь они, скорее всего, о нас ничего не знали, понимаете? После таких массированных ударов они и предположить не могли, что в Москве выжило столько народу. Ну, там, ну, блядь, ну, немного а у нас народу-то выжило. Именно мы сообщим им, что Москва жива, и не просто жива, а сохранила цивилизацию. Я вот только изначально не понял, нахуй они съебались-то из Москвы, вот это вот правительство все. За простое выживание. Из-за войны но вообще, блядь, потому что там пиздец был полный. У нас появится новая цель. И какая же, позвольте спросить? Да. Неужели не понимаете? На командный центр завязаны все системы оповещения, вся разведка. А можно поэмоциональнее немного? Им известны все места ядерных ударов. У них есть полные карты зон заражения. Да много чего. Информация правит миром. Ну то, что информация правит миром, а это я не сомневаюсь. Есть люди, полное метро народу. Много подготовленных бойцов. Сложите 2 и 2. Мы ведь сможем со временем заселить страну снова. Конечно, не сразу. Возможно, сначала придется ее вернуть себе. Но заниматься этим мы будем... Мне кажется, вот это все интересует только Мельника. Остальным как-то похую. Они просто едут, потому что в Москве оставаться нельзя. Мы сможем вырваться из подземного тупика. Ну, я не знаю. Хорошо бы, конечно. А я вот давно хотел полюбопытствовать. Да, кстати. Откуда вы о Ямантау знаете, Святослав Константинович? Ну, про проект «Ковчег» у меня информация точная. Это я вам как офицер ГРУ говорю. На объекте еще до войны служили мои товарищи, готовили план эвакуации. Так что и подумали. Чё-то мне кажется, что там будет пизда какая-то. Нас наебут, наверное, скорее всего, как-нибудь. Так что теперь главное... Хули меня, блядь, сюда пригласили? Объясни мне, что я тут делаю? Слушаю у вас разговор, что ли? Что я тут... Ничего мне делать-то надо? Блядь, карту даже не открыть. Мне ничего не сказали. Я давно об этом думал. Блядь, может, я вообще нахуй не нужен тут вообще? Блять, что я тут должен делать-то в натуре? Пути местами наверняка сохранились, но вот состояние, думаю,
Может быть, это важно, а может быть, нет. Но он сказал прийти, блядь. Не обойдется. Ничего, ребята у нас крепкие. Да и объездные пути уверены. Ты мне скажи, блядь, что делать-то, сука? Как вы думаете, что могло за эти годы произойти? Сука, башка тупая у меня. Мы к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Да, уж очень странно все это, блядь. Все это, блядь, странно. Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. Ну, надеюсь, все будет так, как Мельник говорит, все будет хорошо и прочее. Но мне кажется, что нихуя. Мне кажется, что нихуя не будет так хорошо. Так, ну покурили, пообщались. Что теперь? Ебо. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Так, ну если что, я на обороне, короче. Добро. Не разгоняйтесь там особо, из-за радиации следите. Ага. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались. Добрались! И шли мы к этой цели не неделю, не месяц. 20 лет целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я. Всех такое ебло, всем так похуй, если честно. Жить будем. Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Да, тут как-то вообще что-то фу. Тише, что ты? Что вообще фу? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Воу-в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 оу! Да, давно мы не надевали противогазик. Кстати, у меня новый он, я его починил, увидели? Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Ебать, тут радиация. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. Как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Да, в натуре-то, ёб. Давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Герма, стоп-машина. Так, стоп-машина, вижу дрезину. А это еще кто такие? Это наши чуваки-то, блядь? Да, это наши. Типа дрезина по другим рельсам шла, что ли, или что, блядь? Высаживайтесь. Так, Аня с нами, все нормально, так. Остальные-то что, на поезде будут? Безопасную зону и всем под броню. Окей. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Все по НТ, хуеду затрубил. Отлично. Поехали. Погнали. Вообще там все пробомблено нахуй. Воу. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько золотых. Да хуя, вон даже бронетранспорт тут есть. Так, в общем, неплохо получилось. Музыка прикольная на фоне играет. Такая загадочная и интригующая. Значит, сейчас что-то реально будет. Герман по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Ермак, да, все верно. Отлично. Это крест. Я путаю креста и Ермака иногда. Так, трубень вижу. Входим. А у нас пока радиация большая. Опа, фильтр. Намного у нас, кстати, фильтр-то. Смотрите, все остальные не меняют. Сколько? Видишь, прав был Артём. Со всей страны народ ехал. Натуре? Натуре, блядь? Да. А Артём-то что, хуйню не скажет, что нихуй ну, никогда не скажет. Из Москвы никого не было. Да, как ебланы, блядь, сидели. Теряли. Ничего, теперь наверстаем. В натуре машин много, я чуть не заметил все. Даже. Мы у цели. Опа, баги. Даже практически целая. Пулеметом.
О, это дрянское место, число. Зря мы сюда ехали вообще. Вообще. Я тоже с тобой соглашусь, что тут вообще пизда какая-то. Собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да. Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Ой, бля, сейчас обстрел начнется. Погоди, так нам же этот, как говорили, что нас примут. Там уже по записи этот общались же с чем-чем. Надеюсь, нас стрелять не будет сейчас. Обовитесь. А, это... Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? А, остались на поезде. Фон большой. Оружие опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по панелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Отлично, хотя пустили. Ну вот, нас ждут. Я у них несколько, короче. Опасно. На метро похоже, в котором мы жили до этого. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей. Часовых даже. Гуна ёбка, у них тоже, короче, не хватит. Ядерная боеголовка и та не взяла. Хуль тут все должно-то быть. Их, наверное, так же разбомбили, короче, как и нас всех. И у них ничего не осталось. Так, там, наверное, светло, да, на самом деле? Да, могли бы и прибраться. Может, там никого нет, может, там только один человек торчит, и все. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с Крисом. Ну хорош уже, блядь, наебывать-то. Погоди, Анна же так не договаривалась, блядь. А, она, Анна-то с ним, я понял. А мы типа остаемся, в лифт идем, да? Погнали. Страшно. А то как заклинит тебя, это же сам министр. Может, там вообще какой-нибудь чел сидит один, блядь. Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Ну-ка. Да, ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался. Да? Ну, конечно, он утром чую. Утром, знаете, это же... Это гораздо больше чувство, чем просто информация, которую ты получаешь из внешних источников. Вот. Поэтому он чуял, вот, собственно говоря, так и произошло. Погоди, а можно же, да, маски снимать, ну, да? С Богом. А я, типа, не снимаю, да, как еблан? Они все снимают. Все верно. Нахуй фильтр тратил вообще. Так. Тут вообще никого нет. Я помню, раньше играл в такую игру, где было много мониторов, там был стра... Как будто на суд, блядь, пришли. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Что вы? Оу! Я ж говорю, наёб какая-то будет. Много мест. Сука! Я ж говорю, блядь, наёба будет какая-то! Ёбана, мне прям в ебло прилетело! Они, блядь, каннибалы, что ли, ёбаные? Хуя! Хуя такого я не ожидал, ёб! Ебать, натуре! Это секта, ёба, смешанная с каннибализмом, что... Дело! Вот это да! Вот от министра такого... От министра, блядь, такого я не ожидал. Такая хуйня будет. Нас связали, блядь, понятно, короче. А рации-то нет у нас? Что происходит? Где я? Что с остальными? В натуре, тут какие-то доктора, блядь. Идет по плану. Да, ты министр. Целы. Пока. Пока. Что значит пока? Я требую немедленно... Нас раздели еще, блядь. С министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше.
И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Нас на ужин, то есть они нас будут хавать, да, я так понял? Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Наебка, сука, большая. Соткнись, доктор говорит. Доктор. Правительство. Что за акцент? В натуре ловушки. Я вот, блядь, чуял, что, сука, это ловушка. Чуял и крест чуял. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь? Они, короче, тварь, всех съели, те люди, которые... Все, ведь все говорило о том, что тут какая-то наеба. Нет часовых, мало людей и прочая хуйня. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне разрежи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Я просто не люблю говорить. Ну, Артем, я имею в виду. Либо у него нет голосовых связок. Тихо, 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 Артём, не паникуй, нам нужны силы. Но тут они сейчас нас готовить будут. В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовите к нам ваших людей. Вот они так и завлекают, короче, людей походу в натуре. Вам ясно? Пизда. Это вообще кино, блядь, ебучее. Ну вот. А я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком. Увы, не получилось. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Бля, опасно ж, в натуре. Рад был познакомиться. Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. Я говорю, они каннибалы, блядь. Каннибалы, сука. Да я вас зубами рвать буду. Бля, пиздец, людей нахуй есть. До войны еще надо было. Но я сейчас вас урою. Выжечь, мразь. Опа. Опа, 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 опа. Сука, ебучая хуйня. Я ж тебе нахуй по зубам-то кривозубам твоим ебут. О! О! Хорош, пацаны наши, молодцы! Молодцы! Бля, красавы! О! Стреляй в него! Ой, красиво! Прям как чуяли! О, пушки дали. Фу, да, Аню-то куда-то тащили, блядь. Да вообще нормально все сделал, вообще красава. Бля, там походу люди эти выбежали, придурки-то все. Минуту, волна у нас, блядь. Волна зомби. Давай-ка, за укрытие, блядь. Это, короче, знаете, играли такую игру The Walking Dead, там, короче, что-то похоже, ну, похоже было, я не знаю, кто не играл, короче, поиграйте обязательно, там была похожая тема, я не буду прямо спойлерить конкретно, там было что-то похожее, первую часть вроде, я, игрушка реально крутая, рекомендую, пока играем метро, ооо, сколько тут много, у них автоматы, блядь, эти, все, а чё же они себя-то не жрут, сука, хотя они на себя жрут тогда, когда нет людей. Блять, нас... Оу! Тихо-тихо-тихо, пулеметик, блядь, тихо свой убери. Ой, все, блядь, надо доставать пушки. Так, давайте, отбиваемся, сука, отбиваем! Оу! Отбиваемся. Главное, чтобы нас не зажарили, блядь, с яблочком, как свинью, сука. На! Получай! Отлично. Так, их тут не... Он сказал, минуту продержимся, минуту. Так, иначе минуту они будут. Хуя, сука, много реально, блядь, у меня патронов-то нет вообще. Все в лифт, где лифт, сука? Какой лифт-то? А, вот он, вот он. Так, это что такое? О, патрончики, вот это хорошо, блядь. Перезаряжаемся, давайте быстрее, заходи. Четвертый, блядь, не четвертый. Там еще один чел, да, какой-то? Блядь. Уезжаем отсюда, да? А, да, это лифт другой. Ебать, человека просто распидорасили. И вместо него чашку сделали. Так, вот тут вижу, что-то еще есть. И тут тоже вижу, что-то еще есть. Патрончики. Явно нам нужно отстреливаться.
Давай-ка. О! Блять, ну вот реально мрази вот так вот поступать. Людей приглашать, блять, и потом их убивать. Пизда. Точно как наш D6. Лифт такой, exactly. Exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Да, планировка похожа, это хорошо. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Ну ладно, уж чё. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. А я чё? Идиот, со мной в командный сад. Ты сказал, разделиться надо. Артём, на тебе казармы и медблок. Понял. Выходить когда надо будет? Ну, поехали. Давай, поехали. Артём, твой этаж. Давай. О, понял. Так, мои казармы. Я все понял. Открываем. Сейчас будем всех убивать. В темпе все открываем. Ой, блядь, все нахуй выключилось. Так, фонарик надо включить. Фонарик, блядь, надо включить. Ёбана. Походу там плохо все. Даже правительство сошло с ума. Вы представляете? То, что правительство сошло с ума, это пиздец. Ну чё, долго еще ждать-то мне надо будет? Или куда мне идти-то? По-любому же сюда надо как-то зайти. Или тут закрыто, блядь. В темпе, блядь. Или тут как-то пройти надо. Нет, тут выхода нет. А, вот, вижу. Так, все. Свет включили. Сейчас дверь откроется, погнали. Пролезем вот так вот, да. Ебать! Тихо. Так, один есть, второй готов. Рви, блядь. Так, надо по-осторожному всех убивать. Химию, кстати, накопим. Мне бы верстак накопить, а птички бы скрафтить. Ой, у некоторых даже пушки есть. На, в бошку, вот так вот. Почему они сами себя друг друга не едят? Вы же тоже люди, блядь. О, яичница. Или что-то, блины. Не буду жрать, наверное, из человечины сделаны. Так, а вот в эту комнату можно, наверное, зайти, да? Нет, наверное, нельзя зайти. Так. Че, музыка такая играет? Как будто в Doom, блядь, игра, знаете? Doom Eternal или что-то. Воу! Так, чувств скример не вызвал меня. Так, надо перезарядиться обязательно. На всякий пожарный. На всякий пожарный, пацаны. Вдруг кто выйдет. Нахуй, вот так вот. Пак, вот так вот в бошку прям попал. Так, блять, тут мясо какое-то. Все, каждую секунду я понял. 10 минут точно не прошло, я успел, блять. Успел, блять. Я мы разносим, батя носит разносит. Ту-т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 у
Doom Eternal. Так. Нам нужно найти, наверное, внутрь, да? Проход есть какой-то. А, это просто холодильник ебучий или что это такое? Так, как же нам пройти-то? Как же нам пройти-то? О, вижу. Так, тут протиснуться надо. Протиснуться надо. Так, тут фонарик нужно. Фонарик. Так, тут тоже протиснуться надо. Все, хорош. Сейчас мы найдем Анечку, сейчас мы найдем. Я, наверное, думаю, на этом закончим серию. Осторожно. Так, тут ящик вижу тоже какой-то. Похищение. А, это просто, наверное, этот как его, да? Это просто нычка, в которую можно было найти боеприпасы. Понял, а я думаю, это основной путь. Ну ничего, ничего, сейчас разберемся со всеми проблемами. Пиздец. Я такого не ожидал, что министр поехал головой, конечно. Так, опа. Винтовочка с прицелом, причем, кстати. Пэл, вот так вот тебе в голову, блядь. Так, обшмонать. На тебе вот так вот. О, он попал на газ. Баллон надо как-то выключить. Баллон, погоди. Как это сделать? Нам пройти можно? Нет, нельзя. Мы нашли бутылку зажигательной смерти. Ой, блядь, я сдох!
Так а погоди, как пройти-то там? Там не было никакого рычага. При стрельбе в движении страдает точность. Но это логично. Погоди, надо как-то тут пройти. А, вон для кого сделана вентиляция-то, блядь. Вентиляция сделана для меня. Такого человека, как я, погоди. Тут крысы какие-то ходят. Ну ничего. Ты зачем туда стрелял? Нахрена? Так, погоди. Мы сейчас идем, короче. Туалет какой-то вижу. Ага. На... Оу! Тихо, тихо, тихо. Ой, блядь. Ой, блядь, он сейчас... Да, блядь! Как мог нас убить? Бля, жалко, конечно. Но я думаю, давайте-ка пока на этом закончим. Скорее всего, да? Спасем Аню, наверное, в следующий раз, потому что короткометраж сейчас затягивать не буду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно мы всех каннибалов нахуй убьем. Убьем и переморим. Но не с целью еды, а с целью воспитания. Это самое главное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видеоролики, смотрите также другие игры на моем канале, также комментируйте их. И плейлист с данной игрой есть в описании. Обязательно найдете другие серии, так что всем до скорого, всем пока-пока. Музонор. Привет, дорогие друзья, с вами Арау ТВ, и сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. После этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. Во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть... Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram — это никнейм, если ВКонтакте — то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру, то есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх, так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам. Я забыл об этом сказать в видеоролике.